Всем привет! Сегодня продолжаю проходить Супербоя. Сегодня видимся мы в прошлый раз на госпитале Темном мире. Сегодня я потренировался немножко. Блин, все равно это будет очень трудно. Но постараемся это сделать. Начинаем с первого уровня. Я сегодня буквально потренировался. Очень немножко. Всего лишь пошел, по-моему, 5-6 уровней. Лучше, чем до этого, когда я вообще ходил в госпиталь, тренировался примерно неделю. Зачем ты на всем попрыгался? Можно просто завтра прыгать. Чем я... Ладно. Допустим. Так, начнем вот так вот, да, просто. Хоп-хоп. О боже. Зачем я на это подписался? Все, есть. Этот уровень проходит точно так же. Ничего не поменялось. Ну, если буду меньше его руки, конечно. Ножа. Господи. Не надо только. Но это будет долго. Так. Нормально. Господи, не прилипай ты к стенам, а? Так, немножко. Вот здесь вот. Ой, как мне это будет дорого. Капец. Вот так. Хоп. Блять. Надо не прыгать там. А вот так вот просто все. Вот очень красивый уровень. И очень... Ну, даже не сложно. Надо не вступить просто. Тут надо вовремя прыгать. И очень легенько прыгать. Чтобы продать между этих двух. Блять, ну, не так, конечно. Ща. Вот так вот. Оп. И умереть на последний. Предпоследний. Потому что почему бы нет? Знаете, так же как и зависнуть на 99%. Что знали, еще вот в самый последний момент что-то зависает. Ну, вот так же здесь. Так, хоп. Хоп. Блять. Хватило буквально сантиметра. Ладно. Да. Эх, мидбой. Какой же ты гемор не добываешь. Это не надо, абсолютно. Джойстик я так себе и не поминал. Я так до сих пор играю на этом китайском. А надо будет поменять его. Такое, этот уровень довольно нормальных. Чем еще какие-то проблемы, не понимаю. Алло. Что, блять, что за тайминги? Эти тайминги выставлял, что когда я попрыгиваю, именно тогда пила вылетает. Что это такое, не понимаю. Так, так, блядь. Я не понимаю, я нажимаю как можно легче. Есть. Нет. Ух ты. Нет. Блядь. Вот если бы не эти идеальные блядские тайминги, то там бы внизу бы я смог бы пролететь. Но именно из них мне просто останавливаться, ждать. И это меня и карает. То есть...
улетали бы те пилы на секунду, на полсекунды позже, проблем бы не было. Мне иногда бывает такое ощущение, что вот разработчики Steam Meet просто сидели неделями, месяцами и вот высчитывали идеальные тайминги, как бы поднаебать игроков. Потому что иногда доходит до абсурда, иногда доходит до того, что если ты не прыгнул в ту миллисекунду, которая нужна, ты уже просрал прыжок, все, можешь убиваться, то есть... Иногда, конечно, охереваю с этого. Есть, конечно. Вот этот уровень я никогда не пойму. Он тупой во всех, вот... Блин, даже нет слов, как его описать. Тут нужно аккуратно запрыгнуть ту платформу. Это все не самое трудное. Не-не-не-не-не. Вот так. Ой, теперь нужно аккуратно, быстро, по вентиляторам туда-сюда и умереть на последнем. Вот чтобы взлететь туда последний вентилятор, там сверху, нужно быть настолько идеальным. Нужно по этим вентиляторам попрыгать. Вот, я уже, по-моему, срал. Но... Нужно по этим вентиляторам попрыгать просто идеально, не сделав ни одной ошибки. Так, так, уже все, можно убиваться. А так как Митбой тупой немножко, то у него... Он очень инертный. И это, блядь, портит все. Не был бы он таким инертным, жизнь была бы проще, жизнь была бы слаще. Фу, все. По этот уровень клички не поменялся, если надо так же запрыгнуть. Ветерок. И только теперь его нельзя пройти быстро. Если раньше его можно было пройти быстро, то... Понимай. Если раньше его можно было пройти справа сверху, там, припрыгнуть через вентилятор, здесь так нет, теперь там просто закрыто. Теперь нужно его проходить вокруг. Вот это не самое сложное. Не-не-не-не. Блять, вот. Почему ты вылетаешь? Ты не должен вылетать. Вот так вот. Вот тут вот надо пролететь сюда. Здесь теперь максимально аккуратно. Вот так вот попрыгать. Все. Ой, этот, ну, такой себе уровень здесь. Его можно пройти быстро, а можно пройти его медленно. Пройти быстро нужно вот... Нужно там щелочку запрыгнуть. Вентилятор тебе несет налево, нужно прыгнуть, лететь как бы направо. Если быть очень точным, то можно попасть в эту щелочку. А если нет, то тебя просто сносит к херам. Можно пройти по длинному пути, ну, как бы по обычному, но это такое себе удовольствие. Хоп, вот так вот. Нет. Ладно. Митбой виднее, он же прыгает тогда, когда не надо, влетает там, где не надо, умирает тогда, когда не надо. Идеально, вот ровно, ни лево, ни направо. Можно убиваться, уже послал время. Также сегодня, думаю, выйдет еще одна серия по Deus Ex. Вторая. Там-то я уже наконец-таки начну кампанию. И, о бой, там будет весело. Оп. Так. Главное... не сдурить и вот так вот прыгать. Все. Идеально. Этот уровень, ну, такой, среднячок. Если успеть быстро. А я, по-моему, уже не успею. Нет, ну ладно, успеваю. Да, все. Вообще с первого раза. Вот этот уровень, ну, это такое себе. Это гемор, если его стараться пройти по-быстрому. То есть на грейд A+, как я все прохожу. Пока что. Думаю, потом, конечно, не буду ходить все уровни на грейд A+, ибо, знаете, нервы дороже идеального прохождения.
Но смысл в том, что здесь нужно идеально пролететь между вот этими шприцами, вот здесь вот, отпрыгнуть от этой легонько. И залететь сюда вот. Оп. А дальше уровень. По сути, такой же. Еще там, где вот разрешаются эти вот штучки, вот. Здесь я вот на следующем где надо прыгивать. И самое главное, зацепить все. А именно еще самую верхнюю. Ибо. Блять! Именно из-за самой верхней можно проебаться, потому что обнимет бой, иногда ударяется и падает вниз. А это плохо. Или можно вообще просто не долететь, я же для всего этого. Я думаю, буду, если серия будет дольше, чем минут 25-30, то я думаю, буду вырезать некоторые свои попытки, ну, чтобы не было там, не знаю, трехчасовых серий. Оп. Блин, вот теперь меня подвел джойстик. Я нажал пучок, а он сказал, а-за-за, иди нахер. Прыгать не буду. Блять, это пути долго. Сейчас мне опять же конец. Блять, о, не конец. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ой, даже не заменил. Прошел на грейда или нет. Пофиг. Потом узнаю в менюшке. Этот уровень что-то немножко не помню. Что надо делать-то? Что? А, наверное, вот так вот надо проходить было. А я умный. Да, точно, это надо проходить. Оп. Оп. Да, так и есть. Ой, лол. Я заглючил. Ладно. Так. А, последний ключ внизу. Да. Ладно. Так, все возьму нижний. А, наверное. Блять, как же я ненавижу человека того, кто делает эти уровни. Просто ненавижу его. Чем еще есть уровни нормальные? А еще такая вот наркомания. Полная. Все. А, вот это вообще одно и то же. Блять, ну ладно, что там надо успеть прыгнуть, пока он открывается. Вот. Ну да, вот так вот. Вот так вот. Оп. Вот это самый упоротый уровень всех, которые могут быть. Здесь тайминги доходят до реально миллисекунд. Что вот я говорил? Тут это реально правда. Тут, если подождешь лишнюю миллисекунду, ты труп. Все. Так вот. Оп. Ой. Так, хорошо. Оп. Все. Я ушел на удивление быстро, я до него не тренировался, то есть, ну, я не шел до него на своей тренировке, поэтому я вот сейчас реально был очень удивлен, что я прошел с какого-то, ну, с 5-го, 3-го, 4-го раза. Это довольно редко на таком уровне. Этот же уровень, ну, вот, живучи, чтобы ничего не надо, просто надо умело прыгать. Я там цепляю кровь, хотя вроде бы не должен. Странно. Так, вот так вот, да, хорошо. Теперь вот так. Ладно, даже бомбить не буду, бесполезно. Вот так.
все. О, нет, я даже не буду ходить уровень на A+, потому что я не смогу. А, блять, господи, за что мне эти мучения? Ой, ой, а, нормально. Так, вот теперь, если все будет нормально, а все не будет нормально. Не, все не будет нормально. Блять, не, все не будет нормально. Фу. Нормально. Вот даже получил грейд и плюс. Идеально. Так, ну это проходится, если не ошибаюсь, как-то вот так вот. Да? Я же не ошибаюсь. Да, именно, вот так вот. Лоушта. А, ой. Это наш старый знакомый уровень. Я еще начал более упоротый. Так, тут тоже есть свой тайминг, если успеть. Йо. Ладно. Да, запрыгнуть уже. Вообще, мне кажется, я просрал тайминг. Ну да, уже грейд плюс не получу. Естественно. Ой, ой, ой. Ой, что я делаю? Блять. Ну что, мне эти мучения. Ну, почему? Вот доли секунды не хватило, еб твою мать, ну. Как там умирает? Он даже, по-моему, не падает вниз. Ну, yeah. Так, теперь есть шанс получить грейды плюс, если я... Ну да. А чем это я? Во, идеально. Еще подожду здесь. Музыка, успокаивай, пожалуйста. Оп. Так, вот теперь... Ну, вы поняли, да? Так, Блядь, что? А вот опять те моменты, типа лоушта. Просто буду делать то же самое, но Мидбой решил прыгнуть близко, вместо того, чтобы лететь далеко. Ладно. Не успеем. Успел. Ух, нифига. Есть. А, по-моему, тут вообще ничего не отличается от того... Оп, почему я не прыгал? Тут, по-моему, вообще ничего не отличается от того, который был в обычном мире. Он только тайминг понимает нормальный. Блять. Есть, успел. А, о. Ой, ну да. Ой. Хотя я не помню, как его проходить вот на обратной стороне. Если тут понятно, как его проходить. А, ну да, вот так вот. Оп, все. Ух ты. Ух ты. Ой, блядь. Не подождал долю секунду. Оп, так.
Все, я вспомнил этот уровень. По-моему, он не очень сложный, по-моему, даже довольно легкий. Мне как мугина немножко тянуло. Ладно. По-моему, даже вообще, ну, такой, довольно простой. Для себя. Да, еще просто надо вовремя вот подобрать ключи. Блять, выпрыгни. Ты серьезно? Я, блядь, сейчас убьюсь. Я лучше получу грядей плюс, потому что это легкий уровень, но медбой почему-то решил затупить. Здесь было вот реально непонятно. Я успею. Да. Вот так вот. Это... О боже. Это тот самый уровень. Не помню, можно ли этот уровень пройти. По-моему, его нельзя пройти там... по внешнему, как можно в обычном мире. Потому что что-то у меня вот в памяти ложилось, что я вроде пробовал его. Ну, до этого. У меня нифига не вышло. Да, ничего не вышло, я проходил по внутренней. Я помню, что вот здесь, там можно запрыгнуть наверх аккуратненько, но... Нафига мне горит, да и плюс, лучше приду его не бомбля, так сказать. Ну, блин. Хоп. Хоп. Так, хорошо. Что дальше, немножко не помню. А, не помню. Сюда, 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 вот сюда вот. Да. Оп. Бляха. А, ну и опять мои любимые вентиляторы. Куда же без них? О боже. Ладно. Ох, нифига. За что я такое сделал сейчас? Так. Нет. Ну, уже было поздно. Е, куда улетел? Ладно. Что происходит? Кнопка не сработала. О, сработала. Так. Скоро ничего лучше и лучше. Зато... Вы не представляете, как же вот такие игры типа Super Meat Boy, I Wanna Be The Guy, I Wanna Be The Boss, там и прочие платформеры закаляют пукан, то просто, блять, не представляете, после них, вот, гарантирую, если вот человек пройдет Super Meat Boy, одно из Super Meat Boy, там I Wanna Be The Guy, I Wanna Be The Boss, он вообще не будет сгореть, потому что ему будет настолько пофиг на все проблемы. То есть до этого я сам бомбил по каждому поводу в играх. А после этого как-то выиграл, что ли. Вот они вот, эти игры, они как бы, ну, они делают так, что ты просто выгораешь. То есть ты вот прогорелся в этой игре, и все. То есть больше, скорее всего, нигде гореть никогда не будешь. Так, хорошо. Так, так. Все. Да, все, наконец-таки. Темный мир пройден. Всем спасибо за просмотр. В следующем выпуске Кастер, думаю, будет через 2 дня, как минимум, задохнуть этой игры. Я пройду варп миры. Варп. Ну да, варп миры второго мира, господи, то есть. А это еще та жопа. Вот этот мир, который черный, вы видите справа сверху, это один из самых трудных. Ну ладно, все. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока.